Вот они на катушке. Вот что. Геннадий Николаевич, максимальный рекорд, до которого мы смогли доехать, это вот до края ворот. Да. До самого края. Да. Давай. Володя! Володя! Ты без нее не катай. Она на поддоне. На, поснимай тут. Она сейчас на одежде прокатилась. Поснимай, пойди с той стороны. Ребятишки, на ту, сзади, а там людей. О! Она маме кинула, попала в вас. Все, поехали. Нет, сэр. Сейчас спина белая. Ну ладно, хорошо. Посмотри, смотри, как я буду прыгать. Давай быстрее, быстрее, давай. Я же тебя заснял уже, что ты прыгал там. Да? Конечно. Я прыгал вот так вот. На ледянке. Да-да, я заснял. Потом посмотришь. Прикольно. Хорошо, очень. Так, уходим. Если, значит, тихо, ночь на дороге, все, уходи. Бьют, не заметят. Смотри. А меня бы никуда, я сама куда надо. Ну я с тобой буду. А как же моя ледёнка? Почему мне на моей найти? Ну потому что он предпочитает свои. Не получилось. На одежде-то зачем? На одежде. Я все говорю, да? Надо бы еще подлить, да? Пока морозы. Да можно, да. Сейчас просто на волосы. Я тут сидел на гвоздях, гвозди торчат. У тебя молотка нету? У меня нет. Забить, забить, вон они торчат гвозди. Ты молоток-то здесь есть, где дома. Ой, а ты где молоток? Да где? Дома он есть. Я вам сам. Выдумала. Все, выезжай. Осторожно. Подождите, стойте, Иван! Пока не катись, Ваня! Стой! Стой! Я хочу машину смотреть. Сестры, сестры, отойдите. Все. За тобой сейчас приеду? Володя, Володенька. Чё? Ты, пожалуйста, саморезом сделай, они все выкручиваются. Эти-то.
Ты вжи-вжи-вжи, сделай несколько рядом у самореза. Ну, а саморезы, там... они не терпят нагрузку. Ничего себе! Давайте! А то же как шатилось, да, там нет, они ломаются, саморезы. Ну там есть другие надо. Это кто поехал? Вон, выезжай, кстати. Все, выходит. Что, Ефросиня, тебе понравилось, да? Да. Ну приезжай в Потеряевку пасти коров. В Потеряевку с этим посохом? Да. Нет, это лесной посох. Пасти коров. Это рябиновый посох, он в лесу должен быть. Все, с Богом. Вань, давай, пора, уже поехали. Поехали. Нестор, ну ты че? Нестор! Леша, что? Леша, что? Что-то за управляющий такой. Я уже коснулась, тогда уехала за ограду. А то потому, что вы вперед нагнулись, и она врезалась сразу. Вот, потому что я слишком тяжелая. Отойдите! Слышу, потому что я слишком тяжелая. Давай! Тут главное наперед не давить, она врезается сразу. Так что да. Ты нормально едешь. А то Нестор вперед надавил, он сразу врезался, опрокинулся. Ну, извините, я случайно. Что такое? Я не ожидал. Возьми вот это. Бегом. Я живая. Тихо. Дай ты его куда-то. Ну, быстрее. Оттаскивай. Все, Фрося, ну что ты? Отряхивай сестру-то. О, отлично. Я с неё слетел. Да я еще. А что ты там? Все, вот они. Непривычно, да? Давно не катались. Да еще. Таш, еще бы раз 15 и можно все тренировка. Надо это, побольше взрослым. Пошире ее чуть-чуть. Конечно, да. Маленькая. Так, все. Поехали. Нестор, ты ее рвешь этим. Не надо прыгать. Посох, да, классный? Да, я сказал, потеряв, что ты спят уже. Ну все, слава Богу за все. Голубки. Я тоже синий. Вот туда, подожди. Так я кормлю. Смотри, какой стол накрывает, какие ящики. Я уже подходила. Это настоящие ящики. Это Галя Немцова купила мешок, три мешка всяких этих и кормит их. А то они умирают. Посчитай, извините. Я не смогу.
Все, я больше прыгать не буду. Так что, все? Он куда подошел какой-то? Подошел опять к этому. Пост закончился, все, началось веселье. Веселье. Ну все, слава богу за все.